Чувашии нашли места для остановок высокоскоростного поезда. В Министерстве транспорта все заинтересованные стороны, администрации районов, дорожные организации, Федеральное агентство по управлению имуществом обсудили строительство трассы и вопросы, которые могут затруднить строительство. На сегодня определены две станции – деревни Янгильдины Чебоксарского района и Полянки в Ядринском. Полянки находятся в непосредственной близости от трассы М7. В связи с этим железнодорожное полотно ВСМ-2 вблизи этого населенного пункта надо проложить так, чтобы оно оказалось на расстоянии от автодороги и деревни. Магистраль пройдет также через Маргаушский район. После общественных слушаний проектировщики учли все пожелания и скорректировали трассу. Замечания нашлись у администрации Мариинско-Посадского и Чебоксарского районов. Они предложили поменять схему прохождения ВСМ-2 в границах данных муниципалитетов. Сейчас остается актуальным вопрос, как избежать спекуляций на продаже и перепродаже земельных участков, которые войдут в черту высокоскоростной магистрали. Администрациям районов необходимо ужесточить контроль за этим вопросом, учесть особо охраняемые природные территории, составить перечень земельных участков для резервирования и предоставить его в правительство Чувашии.